девочки, хотела показать, что вот эти вот масики у меня все есть. Ну, это кремушки называются, их называем маски. Так, вот это уже неоднократно повторяла. Вот и купила, еще новая есть. Вчера, кстати, как раз вот на лето, то, что нужно. Проснулась, у меня нога вся искусанная уже какой-то заразой мелкой. Намазала ничем, кстати, ни перекись, ни солевая вода, ничего не помогает. Разодрала, прям вообще страшная нога была. Намазала, все, и забыла про нее. Видите, вообще вчера прям красная страшная была. И вот здесь вот были укусы. Сейчас еще раз намажу, и все будет красота. Спрашивайте. Вообще, супер аптечка. Вот это даже при зубной боли помогает. Челюсти намазываешь, как говорится, да? Для наружного применения. От головной боли, при простуде, при насморке. Вообще, ну здорово. Это тоже уже неоднократный повтор. Для растирки вообще, ой, ну я просто в восторге. Незаменимые вещи в доме. Вообще прелесть. Надо поподробнее, естественно, по каждому продукту расскажу поподробнее, дабы здесь видео длинное не было.